Всем желаю доброго дня, а у нас сегодня дождь. Я уже вам вчера говорила, или позавчера говорила, что у нас погода через день. День солнышко и тепло, день пасмурно и дождливо. Но даже в такую погоду все вроде растет хорошо. Я прополола картошку, она у меня, правда, что-то слабенькая какая-то. У меня капуста вот там шикарная, я считаю, растет капуста. Вот, я удобряла ее. Немножко. В теплице огурчики подрастают. А смотрите, какая Калина наша красавица. Оу, Калина. А знаете, как она пахнет? Я в теплицу утром ходила. Вот в ту теплицу я ходила мимо нее. А такой запах чудесный. И духов не надо. Клубника цветет. За ней свекла, там грядка. Дальше морковка, грядка. Ну, вот такая сегодня у нас погода. Мы ходили в магазин со Славой. Купили кое-что. Ну, как всегда, набор продуктов, которые нужно ежедневно. Вот. Кстати, курочки наши, цыплятки, сегодня им 45 дней. Мы вчера пытались взвесить несколько штук. Вот, а они не помещаются на мои весы. Мы такую панельку пластиковую сверху положили, а у них лапы по ней разъезжаются, панелька скользкая. Откосы для окон делали. Вот из этих панелек кусочки остались, хотели взвесить. Но кое-что получилось. Один большой цыпленок, по-моему, петух, большой такой, 2,960. Вот, потом 2,500 с чем-то. Мы не могли их это взвесить, тех, которых хотелось. У Миши такого же возраста цыплята есть даже 3 килограмма. Но у нас, наверное, чуть-чуть поменьше. Потому что, я говорю, они стресс перенесли. Мы их на улицу переселили днем. Утром на ручках выносим их туда. Вечером опять нянчим, на руках несем в сарай. На свежее сено постеленное. Они ночуют у нас в сарае. Нельзя оставлять на улице. У нас здесь какая-то енотовидная собака или вообще бродячие собаки. У многих уже цыплят уничтожили, даже и кур. А сейчас утром было солнышко немножко. Мы вынесли кур опять в этот вольер летний. Но, правда, сверху накрыли. Вот. И дождь шел сильный. Я туда бегала, смотрела. Вроде все хорошо. Но не хотели в дождь переносить их в сарай. Пусть немножко еще там посидят. Вдруг еще солнышко выйдет. И будет тепло и хорошо. Я же готовлю обед. Очень вкусный вчера пирог получился. Сейчас Слава монтирует видео. Очень вкусный. Но кто не хочет очень сладко, то значит берите варенье такого кисленького вкуса. Я с клубничным вареньем делала. Ну, очень вкусно. Маме очень понравилось. Она вообще у нас сладкоежка, бабушка наша. И рыбу в духовке я запекаю. Рыба речная наша. У Миши какой-то товарищ ходит на рыбалку часто. И вот поймал много рыбы, предложил. Миша покупал у него, нам купили рыбки. Лещей, вы знаете, прям размером, я даже не знаю, 30 сантиметров. Вот такие лещи были. Ну, недорого продает мужчина. Мы покупали подешевле. Наверное, другим подороже продает. А Миша, как знакомый его друг, ему подешевле. Поэтому не буду озвучивать цену. А то другие обидятся. Вот. Я же сегодня варю суп. Скоро уже доварится. Вот такой вот суп. Еще не засыпала. Хочу сегодня рисовый суп сделать. Вот. А еще у меня рыба запекается, я уже сказала. Вот она, моя рыбка. Но еще ей долго готовится. Она только 15 минут стоит. Закрываю духовку. А так не видно, через стекло мутно. Сегодня в магазине купили несколько персиков. Было штук 8 у нас. Вот, которые помягче выбрала, маме дала. И сама попробовала. Но ничего, но еще жестковаты. Кстати, персики 136 рублей стоят килограмм. А еще мы купили помидоры. Вот такие вот. Не очень крупные, но и не мелкие. 90 рублей килограмм.
один укатился у меня. Вот, еще огурчики, смотрите, каждый с цветочком. Вот такие они так выглядят. Только-только приехала машина с товаром, и мы как раз попали в этот магазин. И водитель, он же хозяин магазина, сказал, вот эти огурцы очень вкусные. Огурцы 76 рублей стоят, помидоры 90. Хотя в другом магазине, там, где мы покупали молоко, помидоры 150 и выше, а огурцы 110-115 и выше. Так что нужно ходить по всем магазинам и смотреть цены. Ну и, конечно, качество товара и покупать себе. А еще я вам хочу показать свою орхидею. Посмотрите, какая она у меня красавица. Помните, я вам показывала первый цветок? На 9 мая у нас расцвел первый цветок. А сейчас обе полные, две ветки, полностью с цветами. Такие они нежные, такие красивые, беленькие. Вот эта ветка тоже до конца вся в цветах. Вот все почки, которые были, все-все-все расцвело. А вот эту орхидейку, она называется «Микс». Я недавно купила, когда ездила с Мишей, с Леной в Тверь, в садовом мире купила. А она была в маленьком-маленьком горшочке. Это уже Аня купила горшочек прозрачный, грунт специальный сюда и пересадила. Так что будем ждать. Но здесь был цветочек увядший, вот здесь лежал, для того, чтобы определить, какого цвета она будет. Она была розово-сиреневая. Это как раз то, что любит наша Аня. И Лена, кстати, тоже. Так что вот сколько будет цвести орхидея? Я знаю, что они долго-долго цветут. Не знаю, сколько. Посмотрим. А вот этот цветок у меня то цветет, растет, то пропадает. То растет, то пропадает. Но вот сейчас вот у него даже цветы есть. Вот у кого такой есть цветок. Он у вас тоже так же растет? То хочет расти, то не хочет. Хотя стоит в одном и том же месте. А вот этот цветок в народе называют женское счастье. Он у меня так что-то разросся, он густой стал. Наверное, ему уже пора сменить горшок. Большой-большой. Он цветет так хорошо, стрелы выпускает. Свернутый. Мама говорит, как будто ладонь. Рука человеческая так вот свернутая в трубочку. Белые, красивые цветы бывают. Но сейчас спокойно растет. Не хочет цвести. Так вот. Я вам немножко показала. Я просто хотела с вами поздороваться. Немножко показала. Того, сегодня, того, 5-10. В общем, напомнила о том, что я есть, я существую, я рада вам. Всего вам хорошего. Я вас всех-всех люблю и обожаю. Особенно люблю читать ваши комментарии. Чего там только не напишут. И хорошо, и плохо. Но все хорошо. Спасибо большое.